Подмосковные единороссы выступили в роли Дедов Морозов и постарались поддержать детей, лишенных возможности побывать на новогоднем празднике, рассказал лидер подмосковных единороссов Игорь Брынцалов. Ребята писали письма новогоднему волшебнику и очень ждали своих подарков. В акции приняли участие более 500 депутатов-единороссов, среди которых были 13 депутатов Госдумы и 32 депутата Мособлдумы. К ним присоединились секретари и активисты местных отделений партии. В основном подарки вручались детям из многодетных и малоимущих семей, детям с особенностями здоровья. Чаще всего ребята просили игрушки и гаджеты, но были и необычные пожелания. Единороссы постарались выполнить все просьбы.